Посвящение в студенты Рязанского медицинского университета началось с приветственных слов и поздравлений. Так проректор по лечебной воспитательной работе вуза Галина Артемьева пожелала первокурсникам трудолюбия, интересной учебы, ярких внеучебных мероприятий и успешной сессии. Уже на протяжении многих лет это является такой традицией, когда первокурсники, а их в этом году более 1000, вливаются в команду Рязанского государственного медицинского университета. Команду надежную, сильную, сплоченную, креативную. И, конечно, они чувствуют себя уже полноценными студентами, хотя и не сдавали еще сессии, но уже живут в такой насыщенной жизнью. Первокурсников поздравил министр здравоохранения Рязанской области, выпускник РИАЗ-ГМУ Андрей Прилуцкий. Он отметил, что молодых врачей ждут в практической медицине. Сегодня, наверное, большой праздник для всего рязанского здравоохранения. Прибавилось еще, так сказать, в полку потенциальных врачей. Поэтому мы надеемся, все те, кто сегодня здесь в этом зале первокурсники, через 6 лет или 7 лет ординатуры, также в том же составе получат диплом врача и пополнят наше прекрасное рязанское здравоохранение. По традиции будущие специалисты одели белые халаты и произнесли клятву студентов-медиков. Пообещали с достоинством нести звание учащихся РИАЗ-ГМУ, не жалеть силы времени на постижение наук и получение глубоких и всесторонних знаний, приложить все свои усилия и умения, чтобы стать профессионалами выбранной врачебной специальности. А руководство университета, в свою очередь, поклялось сделать все возможное для процветания вуза и всестороннего раскрытия потенциала каждого учащегося. То, что вот я хочу прям быть ортодонтом, стоматологом, и то есть вот это вот с 13-12 лет уже вот на протяжении 5 длится, и вот я хочу как-то потихонечку исполнить свою мечту. Пойти в ординатуру, естественно, закончить ординатуру и последующее работать, помогать людям тоже справлять зубки. Хочется учиться, очень хорошо учиться, стараться быть отличницей, вот, и стать хорошим врачом впоследствии, лечить людей. Ну, с детства была мечта, наверное, уже с 9-8 примерно класса. Тогда, когда нужно было сдавать ОГЭ, для себя решила, что все-таки стоит попробовать и уже сдать экзамены для поступления. То есть русский, математика, химия и биология. Вот в 11 классе я уже точно определилась со своей мечтой. Приложила к этому максимум усилий, помогали близкие, родные, друзья, все поддерживали. И, мне кажется, благодаря всем этим людям я оказалась в вузе мечты. Праздничное посвящение в студенты – важная традиция Рязанского медицинского университета. Этот день многие с улыбкой вспоминают на протяжении всей жизни. Организаторы считают, что участие в столь масштабном праздничном мероприятии позволяет проявить себя в первые дни обучения, найти новых друзей и ближе познакомиться с однокурсниками. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».